наши студенты проходили технику запоминания иностранных слов и отрабатывали навык по запоминанию иностранных слов. И сегодня особенно вдохновившиеся люди решили испытать свои силы и выучить 1000 слов, чтобы получить главный приз. Цель, на самом деле, господа, не только, чтобы вы запомнили много слов, хотя тоже есть такая, перед курсом это важно, как мы решили сделать это точно. Цель важная, если вы разом делаете много, вы все свои ошибки, все свои сложности, во-первых, найдете, а во-вторых, за счет интенсивности переборете. Зачем нужны всяческие, я рассказывал, да, система обучения, как я называю, олимпийская, когда мы разом берем большой объем, то есть вот этот сбор, смысл этих сборов ровно в том, что некоторые вещи, сложные вещи, можно сделать только если это интенсивно делать неделю. Если делать 2-3 раза в неделю, за годы это не сделаешь. Нужно разом немного, прямо так, прожечь насквозь. Здесь то же самое. Во-первых, все свои проблемы убедите, потому что вы не 15 минут запоминаете и пытаетесь примерно время, что половина на то, что половина на все. А здесь вы делаете несколько часов подряд, и вы сразу понимаете, насколько, на какую задачу, сколько времени у вас ушло. Очень важно. За один день я выучил столько слов, сколько выучивает среднестатистический школьник. Мне понравилось, но чертовы карточки придумал настоящий сатана. Еще 1000 карточек. Замечательно. Сертификат, наверное, маме подарю. Пусть тоже пройдет курс.